Культуры. Сегодня в театре имени Галиаскара Камала состоялся закрытый показ нового премьерного спектакля «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова. Это одно из самых крупных произведений писателя с мировой славой, рисующее три сюжетные линии со смешением временных и художественных пластов. В постановке Ильгиза Зайниева заняты представители нескольких поколений камаловцев. В новом обращении к творчеству Чингиза Айтматова немало фантастики и притчевого начала. В центре повествования реальные и мифологические судьбы. Немалую роль в новой постановке играет и световое решение. В программе спектакля появилось имя обладателя «Золотой маски» Тараса Михалевского, для которого работа с Национальным театром не первая. В спектакле оживает и легенда о манкуртах. Есть что сказать зрителю, и есть материал, на котором можно сыграть образы, показать какие-то глубинные мысли. Здесь ведь три темы развиваются. Космос, Вселенная, маленький человек в пустыне, в казахской степи и древнейшая наша мифология. Все вместе собрано в одно единое, и очень, это очень держит, это очень не отпускает от себя.